Но я въехала сюда более 20 лет назад, и ремонта никогда здесь не было. И даже не собирались его делать, насколько я знаю. Хотя обращения у нас были еще в старую управляющую компанию и в эту. Подъезды, конечно, в ужасном состоянии. Это даже, я не знаю, можно фильмы ужасов снимать. Но не это важно, и важно даже другое. То, что у нас постоянно невозможный зловонный запах, который идет из подвала. Там прорываются эти трубы. С лета мы задыхаемся. Не подойти даже к подъезду, не то, что быть в подъезде, невозможно. Я живу на втором этаже, невозможно пахнет. Я не знаю, как люди живут на первом. Ну, в общем, состояние удручающее. В наше время, по-моему, оплачивая такие коммунальные условия, я считаю, что мы достойны жить не в этом дерьме, в котором мы находимся сейчас.